мире, наполненном интернетом, нельзя не написать и не прочитать что-нибудь про котика. Без котиков не бывает просто в жизни, да, колыбельная для кошки. Кошки – это звери понедельника. Остальное время кошки спят. На карнизе наша кошка Герника спит во сне, мурлыкая котят. На балконе курят люди вторник, и мимо катят облака среды. А конец недели не запомнился разве то, что не было воды. Календарь мне утверждал, что праздники я вставал, курил, глотал боржом. В желтый абажур стучались бражники, и цикада пела под окном. И писалось что-то очень тихое, что-то очень важное про нас. И светилось уличными бликами двоеточие кошачьих глаз.